что должна сказать? Он молодец. Много сделал для города. Бывает только это самое, не успели закончиться выстрелы, а бомбежка, он уже тут, он уже на передовой, он уже видит, где там что горит, где там что ломается. Тут же на следующий день начинаются ремонты. Вон как нас последний раз разбомбили пятую котельную, знаете? Да. Так в течение недели здесь, там думали вообще ничего. Вон очень была первая или вторая котельная разбита, тоже ничего вроде живого не было. Сделали, мы в тепле живем. Нет, очень много сделал, молодец, он добивной, пробивной такой, он решительный, он, ну таким не людям да. не дают работать. Да. Но я считаю, что много сделал для города, для восстановления, да. Может, рисковатый был, конечно, не без этого, но положение обязывает. А вы его давно знаете? Ну, я знала его мать. Его, честно говоря, я даже не знала. С его матерью работала на шахте долгое время. А узнала уже вот, когда он здесь появился. Говорить правду. Он в действительности герой. А герои не умирают. Герои всегда остаются с нами. Души их нет. Отдая жизнь свою, он знает, что мы город отстоим. И правду защитим. И скажем свое слово, что придет. Будьте мне пару слов. Каждый раз, когда он приезжал, когда мы с ним встречались, он всегда говорил только о городе. Ни разу не говорил, мне нужно то, мне еще что-либо. То для себя. Каждую кусок стекла, полиэтилен, когда первые начались обстрелы, он приезжал, просил и говорил, там люди мерзнут. Он действительно думал только в том населении, которое сейчас страдает. Евгений истинный герой. Дай Бог, чтобы таких людей было как можно больше. Хочу сказать всем, кто меня услышал, чтобы держали равнение на таких, как Женя. Он не умер, не погиб. Будет жить до тех пор, пока мы будем помнить о нем. А помнить мы о нем будем всю нашу оставшуюся жизнь. Потому что таких людей забывать просто-напросто нельзя. Пусть и с миром. Ребята, этого человека я узнала в августе, когда пришла посмотреть на свою разбитую квартиру. Вот, подошла к нему, он не сказал ни грубого слова, никогда. С вами, ребята, хоть говорят, была я в Харьковской области, ездила, забирала своего мужа. Говорят, что здесь только одни тюремщики. Но если бы у нас было правительство Украины, тюремщики, и так заботился о нас, украинцах, как заботился Евгений, вот, это было бы не Украина, а самая процветающая у нас страна. Но так как его убили, подло убили, я две ночи и два дня, когда узнала, что его не стало, я вижу его глаза. Я с ним встречалась 5 января этого года. Вот. И он на меня открытыми, своими светлыми, серыми глазами смотрел, прямо мне в глаза. А я на него глядя, думаю, почему я должна спрятать. Я ему смотрела в глаза и видела, что человек этот за наш город очень сильно переживал. Все он доставал за то, что у нас такое время тяжелое. Есть тепло, есть вода, есть газ. Разбитые квартиры, которые потеряли люди, сгорело имущество, он помогает. И во всем. И вам, ребята, большое спасибо от нашего города Первомайска. А тем национальной гвардии, которая трусится из-за кустов, убивает и жжет города Украины, нашей Луганской и Донецкой области. Им проклятие. Я уже говорила 18 августа, когда приезжала в город, что проклятие им будет. И матерям ихним. Говорят, жалко, жалко ребят. Жалко матерей, которые посылают за деньги сюда, на Донбасс, чтобы они приехали, заработали, получили 2 гектара и 2 раба с нашей украинской земли.
Пусть им будет проклятие. А тебя, Евгений, мы будем помнить. Даже каждую секунду кто-то в день вспомнит, твоя душа будет защищать наш город. Наш город – вилка. Вилка для этих украинских нацистских военных. И она и останется. И тебя я прошу, Женя, прости наш город, что мы тебя не уберегли. Ты город наш берег как мог. И вот эта смерть твоя, я не знаю, во многих сердцах боль, страх, тяжесть. Вот. И многие люди хотели проститься, ну, опаска, что будут бомбить нас. Я не побоялась, я прошла. Даже если и бомбить будут, я буду живая, буду жить в этом городе, продолжать под бомбежками. И я никуда не уеду, я даю тебе обещание. Здесь моя родина, я здесь родилась, здесь жила, и я здесь умру. Примите Духа Святаго, их же отпустите грехи, отпустятся им, их же удержите, удержаться, и великаще свяжете, и разрешите на земли, будут связаны и разрешены и на небеси. Что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.